Всем нуждающимся по соцработнику вместо пары часов полный рабочий день. Служба соцзащиты в этом году перейдет на новый уровень. Ведомство вводит систему долговременного ухода за больными и пожилыми ульяновцами. С этими категориями граждан социальные работники будут проводить по 6 часов, ухаживать и помогать жить в комфорте. К слову, по такому принципу работают в Израиле, Швейцарии, Финляндии и во Франции. Специалисты обсудили новый метод на семинаре «Практикуме». Одна из главных тем – типизация услуг. Человек пришел и говорит, мне надо. И ему назначают тут из того перечня, он выбирает, что есть. А в новой системе будет проведена типизация. Человек получит определенную группу, к которой он будет относиться по своему состоянию. В первую очередь, система долговременного ухода рассчитана для людей старшего поколения. В ульяновских геронтологических центрах уже началось переформатирование работы социальных служб. Первопроходцами стали Центр заботы, интернат в селе Акшуат и Центр соцобслуживания «Исток». Также к работе подключены 10 надомных служб Ульяновска. На реализацию проекта выделено более 30 миллионов рублей. В 2021 году сумма увеличится. На расширение штата сотрудников и организацию новой системы будет заложено почти 63 миллиона рублей. Виктория Чиркова, Руслан Баталов, новости Управды ТВ.